Да, здравствуйте. Если вам пишет друг в социальной сети и просит перевести деньги, то стоит проверить, ваш ли это друг на самом деле. 42-летнего нефтеюганца такая просьба ничуть не смутила, и он перевел 5000 рублей. Думал другу, а оказалось мошенником. На уловке так называемых сотрудников банков попались еще два жителя города. В обоих случаях мошенники убедили своих жертв, что с их счетов совершаются подозрительные операции. Чтобы устранить проблему, якобы нужно продиктовать данные своей банковской карты и секретные коды, приходившие в СМС на сотовый телефон. Итог: списано более 30 тысяч рублей. Полицейские предупреждают, если кто-то по телефону просит номер вашей карты и секретный код, знайте, что это мошенник.